находимся в ресторане «Костя Дзю Лодка», где проходит торжественный ужин в честь Сергея Ковалева, который очередной раз одержал победу и стал трехкратным единственным обладателем кубков. Мы покажем вам сюжет с этого мероприятия. Надеемся, вам. Вашим очередным победным боем, с праздником наступающим. Скажите, что нужно, чтобы стать настоящим чемпионом по жизни, в спорте? Нужно быть человеком. Целеустремленным или просто человеком? Этого достаточно? Я считаю, в этом понятии человек скомпонованы все качества. Целеустремленность, характер. Успех, то есть это целый, на самом деле, жизненный путь для того, чтобы стать человеком. И этот путь, это бокс. Вот если вы хотите стать человеком, тем детям, тем подросткам советую, чтобы стать человеком, но нужно просто заниматься боксом. Потому что в боксе воспитывается ни один вид спорта, не воспитывает так, как воспитывают мужские качества и вообще качества жизненные, как единоборство, независимо от вида спорта. Это бокс, борьба, дзюдо, самбо и так далее, карате. Это единоборство – это то, что делает из нас на самом деле человека. Как долго еще планируете быть? Спорте. Ну, насколько мне отведено, настолько и будем, я не знаю, на все воля Божья. А что-нибудь, может быть, чем-то другим планируете еще заниматься? Какие-то есть попутные проекты? Ну, вот когда начнем заниматься, тогда и будем их освещать. Кино не хотели бы снять? Хотелось бы, но пока нет ничего, никакого предложения, поэтому воздух, я думаю, пинать не стоит. Есть у вас кумира? Честно, нет. Сам себе кумир. Возможно, да. Что хотели бы пожелать будущим спортсменам, будущим победителям? Крепкого здоровья и успеха. Которые по-честному он отобрал. Не просто зашел там, сказал, твои пояса, давай. Вот. И мы сразу раз и отдали. Да. А по-честному, без всякого криминала, чистый спорт. Давайте поаплодируем этому нарядному столу. Я думаю, что обязательно можно позже с этим совсем сфотографироваться, потому что очень многие люди занимаются этим видом спорта, очень многие люди любят, безусловно, этот спорт, кто-то его поддерживает, материально даже в том числе. И, в общем-то, наш вечер, посвященный чествованию нашего дорогого Сереги, считаю открытым. Под ваши, опять-таки, замечательные аплодисменты. Ура! Некий исторический экскурс в то прошлое, уже можно сказать прошлое, потому что было это несколько лет назад. Как развивались события, освежим в памяти. Ну, вообще, на самом деле, боксерам полезно что-то освежать в памяти, честно говоря, чтобы они не забывали. Вот, как оно было, а то, ну, знаете, потом. Ну, первого забоя с господином Хопкинсом, ну, такого серьезного, я имею в виду. Хопкинс, это человек, к которому Сергей готовился долгое время. Хопкинс, especially for you, it's not Anthony Hopkins, it's in sport, yeah? Yes, in sport, Hopkins, no Hollywood, Hopkins, no. Здесь давайте мистер Бог присутствует, у нас гости из Америки, здесь из Голливуда, великий продюсер. Да. Просто мало ли у вас там Хопкинсов-то, знаешь, у нас тут в Москве их 5 человек, а у вас там вообще каждый третий Хопкинс. Я подумал, что потом напишут газеты Life News, что Ковалев Хопкинса где-то отоварил в Голливуде вообще вечером. Подворотне, да, шел там, настроение, вечерело, да! Все. Итак, вот первый бой Хопкинса.
ждем здесь победы теперь. Кто следующий? Андрю Уорд, да? С Уордом бой будет, правильно? Нет, следующий бой будет не с Уордом, потому что у нас контракт с Уордом заключен на ноябрь этого года, по-моему, результатом стоит 19 ноября.